Всем привет, друзья! Сегодня мы снова смотрим моды для игры Euro Truck Simulator 2. И сегодня у нас такой интересный грузовичок FSC Star 200. Старый уже, давнишний. Я никак не решался на него посмотреть. Думал, что это такой слабенький грузовичок. Но недавно мне пришло в голову посмотреть, сделать обзор на этот трак. И знаете, я пока что не жалею об этом. Но с тенями, в принципе, да, тут проблемка есть небольшая. Так, его, блин, конечно, будет светлее. Но, в принципе, проблем, нареканий нету. Вот тени — это единственная проблема. Что-то с тенями не то у него выходит. Имеется 1, 2, 3, 4, 5 кабин. Так... Кабина формально одна, а вот шасси разные. Есть тандемы, как вы видите, и есть обычная сцепка. Это вот ненавижу такие заниженные грузовички. Шасси у нас одно, формально шасси у нас дофига и больше, но на деле у нас оно одно. То есть оно, ну да, тут одно шасси, 4 на 4. Полувоенный такой грузовичок у нас выходит. Также для него есть этот самый трейлер, тандемовский вариант. Ну, на него мы тоже посмотрим, но строить, скорее всего, будем этот самый показ на тягаче, потому что обычно тягач всегда берется. 170 лошадиных сил, движок, то есть 4 движка, максимальные лошадки 170. Как-то хило. 5 передач. Единственное различие... Вот это вот. Не знаю, как это правильно переводится. Передаточное число. Вот как это правильно переводится. Салон, конечно же, свой. За это респект. Так, тут у нас движок. Шахта движка. Ну, в принципе, так. Что-то такое несуразное. Можно свой окрас сделать. Ну, или воспользоваться стандартным. Так, так. Давайте вот такой вот какой-то оранжевый сделаем. Так. Ну что? Можно всякие наклейки наклеить с армией. Армейские наклейки. Можно их убрать. Ну что? Ага. Ага, запасное. И вот это вот. Давайте вот такой вот оставим, разве что. Ну-ка. Ну давайте вот действительно вот такой вот полный комплект возьмем. Шины. Должны быть свои. Но, очевидно, не на этом шасси. А тут у нас свои есть. Хм. Честное слово, клянусь, видел свои тут шасси. Колеса, точнее. Может быть, на этой будут. Посмотрим. Шины. Вот они. Вот такие вот колеса. Ладно, будем на этом строить. Уговорили, называется. Говорили. Да, как раз таки. Тоже для непроходимых дорог таких можно сделать. Что-то какое-то подобие для непроходимости. Непроходимых дорог, таких суровых, типа ГОБа, опять же, да. Можно сделать что-то такое. Колпаков своих, конечно же, нету. Можно сделать его под этот вот вариант. Тоже вот такие вот колеса ставим. Нет, вот. Это вот ставим сюда. Дальше. Стар. Вот это вот ставим. Так, так, так. Так. То еще уродливо. Вот это вот пускай будет. Типа с подкачкой. А, тут даже несколько видов этих самых дисков. На каждое колесо свой вид диска. Угу. Так-то вот так. Ну, значит. На обычное колесо еще вот два, и добавляется еще третье на не проходи на такие вот колеса большие. Вот это вот ставим. Тут у нас ничего нету. Дальше смотрим, что у нас тут есть. Это на что? Это у нас фильтры. У нас фильтры разные имеются, значит, да? Ну-ка. Ага, даже с лестницей тут имеется. Здорово. Зеркала у нас два вида.
два варианта: в краску и пластик. Пластик, краска. Давайте пластик. Давайте в краску выберем, так чтобы более ярко было. Это салон. Салон. АДР можно сюда приткнуть. Разные всякую штуку. Всякие значки. Также есть разные те самые бампера. Немножко напоминающие КамАЗ. Есть вариации. Да-да-да, есть немножко напоминающий вот этот. Немножко напоминает КамАЗик. Фары. Дополнительное освещение. Но мы его ставить не будем. И давайте действительно ставим ради прикола вот этот вариант бака. Вариант не бака, а... Как эта штука называется-то? Что это? Бампера, бампера. Можно дым поставить. Не буду его ставить. Что он постоянно валит. Мигалки. Мигалок у нас тут дофига и больше. Наклеечка. Париж-Дакар. То есть вот это вот использовалось. Трачок этот использовался одно время в рейсе Париж-Дакар. Принять изменения. Нормально, в принципе, выглядит. Ага, себе радио. Карта. Какая-то. Ага. Польский атлас. Это, то есть тут лежит польская карта, скорее всего. Атлас Польши. С автомобильных дорог Польши. Ну вот, в принципе, мы его построили. Наш трачок. Такой вот у нас он выглядит. Выглядит. Вот и все. Принять. Теперь давайте его. Теперь давайте его купим. И пихнем сейчас. Сюда опять же. И посмотрим для начала теперь уже на трейлер. Да е-мое. Так, инфо. Галерея прицепов. Вот он, такой вот прицепик, маленький, с подъемной осью даже. Свои грузы у него есть. Ну и, как говорится, больше у него нету, да? По нему нареканий никаких, но тут больше и не посмотришь. Постараюсь его найти, грузу, ну-ка, не выйдет. Так, компания, какой нафиг персонал, ладно, грузовики. Уже выбрал, называется, за руль. И для начала посмотрим его все показатели. То есть, габариты, дождь и т.д. и т.п. Извините, я не хотел. Но мой желудок это сделал за меня. Кстати говоря, навигатора здесь нету, но я его пока что уберу. Значит, два. Итак, подаю. Опять я слишком близко сижу. Что такое? Не знаю, как вам, но мне нравится немножко подальше сидеть. Значит, габариты подали. Значит, это самое питание. Вот габариты. Ближний, дальний. Понятно, все. Теперь посмотрим, что у нас вот внутри. Габариты. Ближний, дальний. Ага, индикация имеется. Хм, тут даже какие-то фары, точнее, значки загораются немножко так. Что ж, теперь давайте проверим ночью. И дождь сразу. Нам дождь ночью не нужен. Так. Габариты. Ближний, дальний. Так, теперь снаружи. Габариты. Ближний, дальний. Так, теперь поворотники. Стандартный звук, ну ладно. Работают. 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 Супер. Теперь выключаем поворотники, включаем дворники. Один режим, что ли? Да, один режим. Йо. 7. Все. Йо. Готово. Так, теперь. Вот, заметил косяк, смотрите. Вот этот вот, значит, спидометр как-то подхватывает текстуру сзади. Каким-то образом, я не знаю каким образом, но каким-то образом подхватывает. Дальше, стекло на всех этих датчиках, вот на датчике масла, на вообще на любом датчике, оно какое-то блескучее, то есть это косяк.
Но мод уже довольно давнишний. Ну-ка. Спорный звук, я вам скажу, спорный. Очень спорный. Еще что-то поскрипывает так. Или пикает, не знаю, черт его знает. Или... Так, ну вот насчет грузов у меня вопрос очень интересный. Так, ну скорее всего нужно будет по тому самому по весу. Одна тонна. Хм. Сейчас, а где же этот груз, чертов? Ну-ка. Ну, вот мы его видели только что. Он есть, это главное. Но у нас в городе его нету. Вот он, этот груз. Где? Вот он. Блин. О, Лондон. Он в Лондоне. Он в Лондоне. Давайте выбрать сокращение. Так. Йо. Go to Лондон. Так, отлично. F3. Бляха-муха. Йо, F3. Так, NBFC, он там. Угу. Пошли, 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 пошли. Пошли, 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 пошли. Да ё-моё. Твою мать, еще там компрессор закончил работать. Так, F9. Так, отлично. Так, прямые перевозки. Вот он, наш грузик. Есть три варианта. То есть полуприцеп для этого грузовичка. Вот такой вот есть. И вот такой вот есть. Мы возьмем, конечно, вот такой. Проверим заодно, как он со сцепкой работает. Взяться за работу. Какой у нас груз, кстати говоря, везет? Какой-то свой. К сожалению, навигатора в машине нету. Так, это все имеется. Так, так, так. Стоять. Так, обратите внимание. Значит, F4. Ладно, лучше я перейду в фоторежим. Сейчас попробую показать вам этот эффект. Смотрите-ка. Оп. По-моему, переднее колесо висит в воздухе. Да ёперный театр. Оп. Так. Да, оно немножко висит в воздухе. Так, сцепка у нас, значит, сцепки, да? Все, в принципе, более-менее ровно работает. Так, что ж, escape. Так, теперь проверяем саму сцепку. Да, немножко в воздухе висит. Угу. Да, как я и сказал, но в воздухе висит это колесо. А вот это движется. Ну давайте в эту сторону лучше. Давай! Не вытягивает. Сколько тут тонн, кстати говоря? 5 тонн, извините меня, какой он слабый, этот трак уходит. Очень слабый.
Да, в принципе, он оправдывает свою цель. Кослопастый хренов англичанин. Отвлекается на нем. Бляха-муха. Вот камера. Да, индикация на тролле присутствует. Даже с топорями. Так, куда я еду? Самый главный вопрос. Ну ладно. В принципе, все, что надо, мы провели. Это все. Ну, все испытания такие. Полевые. Сможет так выразиться. Разгоняется он слабо. Спидометр расчерчен до 120. Ненавижу эту камеру, бесит на меня. Приятный трак подходит как раз таки для тоже труднопроходимых дорог. Ссылка на него будет в описании. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, рассказывайте всем своим друзьям. Всем удачи и всем пока!